Книги «Открытым оком», второй том, тема богослужения, вопрос 883. В Москве снова действует храм Христа Спасителя. Как там насчет порядка? Или как везде? Пришел, вышел и никому не нужен? Есть ли какие-то инструкции, правила, как вести себя в храме? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Инструкции-то есть, но они мало что имеют общего с Евангелием и канонами. В них прямо говорится о торговле в этом храме. Вот памятка входящим в храм Христа Спасителя. Московский Патриархат, Кафедральный собор, Храм Христа Спасителя, Церковь Преображения Господня, памятка посетителю. Братья и сестры, вы пришли в русский православный храм, в дом молитвы. При входе осените себя крестным знамением, найдите в себе состояние душевного мира и откройте сердце и ум присутствию Бога. Мы расскажем об устройстве храма и о поведении в нем. Когда приходите в храм? Нижняя Преображенская церковь храма Христа Спасителя сооружена в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. Внутреннее убранство церкви соответствует 16 веку времени основания монастыря. Церковь имеет три алтаря. Главный в честь Преображения Господня и два малых предела в честь Алексия Человека Божия и Тихвинской иконы Божьей Матери. Мужчины пусть вступают в храм, сняв головной убор, женщины одеты в достаточно длинное платье. Дети должны находиться при родителях под их наблюдением. Во всем проявляйте уважение к месту и к другим приходящим в храм. И уж никак не жуйте жевательную резинку. Разговаривать в храме, тем более смеяться, стоять спиной к алтарю, совершенно исключено. Если богослужение еще не начиналось, вы, наверное, захотите почтить святыни храма, приложиться к главным иконам и поставить перед ними свечи. Их можно и приобрести у входа, в знак своего желания настроиться на молитву и духовную собранность. Икона «Спас нерукотворный» художника Сорокина, чудом сохранившаяся после разрушения храма Христа Спасителя, древняя икона Божьей Матери Смоленская, а также икона святителя Николая, находившаяся до этого в церкви города Бари, где почивают честные мощи святителя и подаренные храму художником Франко Бернаскони, составляют главные святыни храма. Если же, когда вы пришли, служба уже идет, старайтесь не нарушать стройности церковного действия. Церковная молитва. Помолившись таким образом за себя, за родных, встаньте на подходящее место, чтобы влиться в церковную молитву, и уже не сходите с него до окончания службы, чтобы не рассеивать в себе внутреннюю собранность. Разве появится нужда за ребенком присмотреть или какая другая? Вслушивайтесь в слова церковной молитвы, старайтесь распознать важные моменты службы, в которые надо вникать, стоя неподвижно. В божественной литургии это начальное благословение, заповеди блаженства, чтение Евангелия, херувимская песнь, символ веры, приношение, молитва Господня, момент причастия, благодарение, проповедь, целование креста. Проповедь, даже если она сказана не на вашем родном языке, обращена и к вам. Будьте к ней внимательны, проявите учтивость к проповеднику. В самом конце после отпуска часто оглашаются объявления о предстоящих богослужениях, обращенные вниманию всех присутствующих, и тут будьте внимательны. Кроме особых праздников и постов, две основные службы служатся круглый год в храме – божественная литургия и всенощная. Если на литургию образно вспоминается земная жизнь Сына Божьего и совершается таинство Его жертвоприношения за жизнь мира, установленное им на Тайной Вечере, подготовившийся к таинству подходит к причастию, то на всенощной проводится молитвенный обзор судьбы человека во Вселенной и путей Божьих в ней. Сотворение мира и человека благим Богом, возникновение греха и смерти,
проповедь пророков, рост веры в людях, приход Спасителя и спасение человека в воскресении. Расписание. Эти службы совершаются регулярно. Всеночная по субботам в 17:00, в летнее время по будням накануне великих праздников в 18:00, а божественная литургия по воскресеньям в 10:00, в 9:00 начинается исповедь для говеющих. В православные праздники, выпадающие на будничные дни, литургия начинается в 9:00, исповедь в 8:00. Для ознакомления с программой праздничных служб у свечного ящика можно получить расписание богослужений. Треба и таинства. Часто, когда есть нужда после окончания божественной литургии, перед распятием служится панихида по усопшим. Если в годовщину или другой памятный день вы решите помолиться в храме о своих умерших, напишите их имена на листе бумаги, подайте его за свечной ящик, приобретите свечу и просфору, затем подойдите к панихидному столику. Дар Божьей жизни подаются в таинствах исповеди и причастия, которым верующий христианин приступает регулярно и которым усердно готовится. Этот дар каждый христианин бережно хранит в себе и культивирует, чтобы научиться всегда поступать согласно евангельским заповедям в личной, семейной и общественной жизни. Относительно этих и других таинств крещения и венчания обращайтесь к ключарю храма, протоиерею Михаилу Рязанцеву. Настоятелем храма Христа Спасителя и его Преображенской церкви является святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Его представитель – ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Михаил Рязанцев, в обращении отец Михаил. Клириками храма также являются Николай Гостев, отец Николай, и диакон Глеб Цверкунов. Всю интересующую вас дополнительную информацию вы можете получить, либо обративших непосредственно к отцу Михаилу или к отцу Николаю, без всякого стеснения, но с уважением к их священному сану. Или позвонить по телефону 203-38-23. Будем рады, если, посетив наш храм, вы получите духовное утешение. Также будем вам признательны, если укажете нам не наши ошибки. Больше всего помните, что храм – место святое, уникальное на земле, а церковная молитва – делание святое. В храме мы – Божьи гости.